Самые сильные школы – это команда Харьковская, Черниговская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая. Очень хорошие. Вот. Но во всех городах так есть. Слава Богу, что на сегодняшний день вот тенденция закрытия спортивных школ отсутствует. И мы рады, что местные власти способствуют тому, что дети все-таки занимались волейболом и не уходили на улицу, как было раньше. Мы рады, что приехали в город Чернигов. Чернигов с хорошими волейбольными традициями. На сегодняшний день здесь есть команда Суперлиги, которая удачно выступает в чемпионате Украины. Есть ряд игроков, которые входят в национальную команду Украины. И вообще Черниговщина – это была житница украинского волейбола. Нас устраивало только первое место. Мы очень боялись команду хозяев. И у нас была с ними тоже упорная борьба. У нас три команды. Винница, Чернигов и Днепропетровск были претенденты на первое место. Как сказать, мы победили, но побеждает всегда сильнейший. Здесь нас очень хорошо приняли. Хорошая организация, хорошее качественное судейство. Самый важный матч. Он очень интересный, получился напряженным. И я считаю, что мы честно и заслуженно победили. Несколько человек будут играть за сборную, я думаю, если не будет травм. И будут в нашей команде высшей лиги города Днепропетровска.